ты наш. Папа тебе собственную квартиру подарил. Уже теперь мы соседи. Да-да, половину химкомбината можно уже во дворе встретить. О, у нас еще гости. Я открою. Ну, спасибо. Спасибо. Неводская Наталья Дмитриевна. Это я. Это вам. С днем рождения. Так, здесь, да? Спасибо. Ну, чё какой тяжелый. Ух ты, восточная аромаколлекция. Масло удового дерева, дорогущее. Но это мистики. Это от папы? Я не знаю. Я бы тоже не отказалась. Посмотри в окно. Наташ, ты чего? Это от Лёши. Представляешь, он внизу. Мне от него ничего не надо. Давай я отнесу. Он исчез на год. Теперь делает вид, что ничего не случилось. Нет, я хочу посмотреть ему в глаза. Здравствуй, Ташечка. Как ты меня нашел? Сердце подсказало. Клоун, багажник открой. С днем рождения тебя, любимая. Любимая? Пропал на целый год. Ни звонка, ни смс-ки. У меня была причина. Даже слушать не хочу о твоих причинах. Стой. И как это было? Игорь, пригласи меня танцевать. Тамар, давай в следующий раз. Поверь, так было нужно. Я так скучал по тебе, я тебе каждый день думал. Ты мне во снах снилась. Лёша. Нет. Я люблю тебя. Теперь пропадешь. Нет. Больше мы с тобой не расстанемся. Знаешь что? Поехали. Куда? Я не знаю, куда. Далеко. Ты шутишь? Нет. Садись. Лёшка, ты дома? Да. Как здорово. Представляешь? Я выиграла! Рад за тебя. Лёш, ну я еду в Париж. Здорово. А что за Париж? Ну я же тебе объясняю. Моя ароматическая композиция выиграла на конкурсе. И вот меня приглашают на стажировку в Париж. Вот сертификат. А это французское шампанское мы сейчас будем праздновать. Слушай, я сейчас должен уехать. Ты представляешь? Это крупнейший европейский парфюмерный концерн. У меня там даже будет отдельная лаборатория. Поздравляю. Давай об этом вечером поговорим, хорошо? Ну, почему так всегда? Почему мои дела тебя просто не интересуют? Точно так же, как тебя не интересуют мои дела. Просто давай... это дело всей моей жизни, а тебе наплевать. Мне не наплевать. Просто я сейчас должен уехать. Вот и все. Ну и давай. Давай, катись! Я сама отпраздную. Знаешь,
Самбукус нигра. Пусина черная. Нотка обиды. Водитель не справился с управлением. Возможно, отказали тормоза. Машина сгорела. Часы наручные, механические, кольцо золотое. По словам гражданки Кошеловой, принадлежали ему. Наталья Дмитриевна, я хотел... Алексея позже подойти. Принадлежали ему. Наташа, прими мои искренние соболезнования. Я знаю, что Алексей был для меня не только бизнес-партнером, но и близким другом. Я понимаю, что, конечно, сейчас не вовремя, но потом надо обсудить. Все дела потом. Наташа не до этого сейчас. Я представляю интересы Натальи Дмитриевны. Все деловые вопросы можете решать со мной. А вы кто такой? Главный юрист комбината и личный помощник Дмитрия Николаевича. Богдан Неверов. Буду рад нашему сотрудничеству. Не только о себе, если бы я тогда заметила его состояние. Ты ни в чем не виновата, точка. Поехали домой. Будем начинать новую жизнь, я обо всем позабочусь. Надо вещи собрать. Не надо, я сам все соберу и привезу. Поехали. Да, Богдан, спасибо. Ты все очень хорошо организовал. Не за что, Дмитрий Николаевич. Рад, что смог быть полезным. Что там с моей просьбой? По поводу парфюмерной линии. Все заказано. И кое-что уже в пути. Спасибо, хорошо. Пожалуйста, не надо. Надо, вставай, он для тебя сюрприз. Пойдем. Пойдем умываться. Пожалуйста, я не хочу. Пойдем. Пожалуйста. Да. Вот. Вот. Я тебя жду. Как тебе? Фантастика. Нравится? Еще бы. Пап, спасибо тебе огромное. Ты не меня благодари, а вот Богдан. Это он все заказал и доставил. Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте, Богдан. Спасибо вам. Богдан Неверов, между прочим, выпускник Кембриджа. Я даже не представляю иногда, как я мог раньше без него обходиться. Дмитрий Николаевич, вы преувеличиваете. Однако буду рад и для вас стать незаменимым. Богдан, а Тамара Неверова – это… Моя непутевая, но любимая сестренка. И тогда я думаю, что мы точно успеем закончить это… Игорь! Игорь, подожди! Ты утром на кухне забыл. Я подумала, вдруг он тебе понадобится. Ой, спасибо. Представляешь, а Сашка утром в саду гордо заявил, меня сегодня дядя Игорь забирать будет. Ну, ты же помнишь, что ты его забираешь? Из садика не получится забрать. Как? Ну, в гараж мы обязательно пойдем. Извини, меня волококрасочные ждут. Спасибо.
Наташ, вас не устраивает контракт? Контракт прекрасный для меня. Но выгодно ли все это вашему комбинату? Еще как выгодно. Парфюмерная линия на базе химического комбината – нестандартный ход, который, я уверен, в ближайшем будущем сможет принести огромную прибыль. И, кроме того, стать визитной карточкой нашего предприятия. Наташенька, Богдан прав, подписывай. Я поздравляю всех нас с удачной сделкой. Володь, пойдем. Ты что, думаешь, что никто не понимает, что ты это делаешь специально для меня? Никакая визитная карточка тут ни при чем. Ты права, я прежде всего думал о тебе. А вот инвестора прежде всего интересует прибыль. И они готовы вкладывать деньги в твои идеи новые и в нашу новую линию. Ну, что такое? Ну, тебе ведь всегда так нравилось оставлять ароматы. Ты могла часами возиться со своими колбочками, пробирками. А ты всегда говорил мне, что это ерунда. Был неправ. Видишь, я иногда могу ошибаться. Да, кстати, Богдан выяснил, что твой парижский грант действительно еще в течение года. Папа. Ну, ты что, так и собираешься скорбеть всю оставшуюся жизнь? Дмитрий Николаевич, новые компрессоры для лакокрасочного до сих пор не доставили. Я еще 4 дня назад предупреждал, что… Наталья Дмитриевна, познакомьтесь, Игорь Климов, наш главный инженер. Несносный человек, но отличный специалист. Здравствуй, Игорь. Здравствуй, Наташа. А, ну вы ведь знакомы. Наташенька, Игорь Андреевич поможет тебе оборудовать твою новую экспериментальную лабораторию. Мы можем прямо сейчас заняться твоим обустройством. Да, да, было бы неплохо. Томка, быстро ко мне. Как ты? Бывало и лучше. И намного. А потом пришел твой Игорь. И что? Ты бы видела, как он на нее смотрел. И как? Как-как? Как 6 лет назад. Ну, глупости. За что? Вот я бы на твоем месте… Света, ты оставайся на своем месте. Не знаю, иди вон чашки помой. Все, мне работать надо. Будешь такой рухлей, Климов никогда на тебе не женится. За свою любовь нужно бороться. Ты чашки хорошенько помой. Хочешь как лучше. Вытяжку я тебе поставил на автоматический режим. Спасибо огромное. Ты знаешь, я, наверное, дальше сама справлюсь. Ты где остановилась? У отца. Он меня опекает. Честно говоря, я уже начала уставать от его опеки. Но он же тебя любит. Да, любит. Надо возвращаться в свою квартиру. Вот сегодня же и перееду. Помощь нужна? Спасибо, я справлюсь. Лучшему главному инженеру большой привет. И когда Наталья Дмитриевна сможет приступить к работе? Ну, думаю, к концу дня. И ни секунды позже. Только что доставили. Это вам. Это что такое? Пара новых ароматов. Видел в ваших записях, которые вы давали отцу, и, так сказать, взял на себя смелость. Проявить инициативу. О, Летис? Прямо из Эфиопии. Масло аквилярия. Достать было сложно. Спасибо вьетнамским партнерам. Помогли. Богдан, я даже не знаю, как вас благодарить. Если что-нибудь вам нужно, просто скажите.
кое-что еще хотел обсудить с вами. Я практически закончил. Позже зайду еще кое-что проверить. Спасибо, Игорь. Не за что. Присядьте, пожалуйста. И внимательно прочтите это. Гореша, я тебе пирожков с маком взяла в столовой. На, еще горячие. Спасибо. Ну что, как там Наташа? Осунулась, наверное, совсем. Ну, синяки под глазами, в самих глазах тоска, но изменилось мало. Слушай, а может мне ее навестить, как ты считаешь? Где она, кстати, сейчас живет? У отца или в своей квартире? Ну, пока у отца, но сегодня собиралась к себе перебраться. Ты когда уже к нам переедешь? Ну что мы с тобой как подростки? Том, давай потом это обсудим. Сейчас голова совсем другим забита. Запускаем новый цех. Извини, спасибо за пирожки. Степаныч, ну что там с заземлением? Так значит, Влад хотел обсудить со мной эти документы? Да. Хотя особо обсуждать здесь нечего. Согласно уставному договору компании, в случае смерти одного из владельцев, его часть бизнеса автоматически переходит к другому. Что это значит? Это значит, что наследство вы не получите ничего. Но если учесть, что фирма Dream Invest банкрот, то ее долги, равно как и претензии вкладчиков, теперь это проблема Владислава Патюка. И только его. Бедный Влад. Надо все-таки с ним поговорить. Если вы хотите, я могу организовать вам встречу. Нет-нет, спасибо, я сама. Ладно. Если вам нужна помощь, только скажите. Обязательно. До свидания. До свидания. Нет-нет-нет-нет-нет. Нравится? Пап, зачем? Средство передвижения. Попробуй. Папочка, извини, пожалуйста, я не смогу. После Лёшки я пешком пока похожу. Ты сядешь и поедешь. Ты моя дочь, и у тебя все получится. Со временем, ладно? Спасибо. И еще, пап, я хотела тебе сказать, только ты не обижайся, пожалуйста. Я к себе жить поеду, ладно? Ты взрослый человек и вольна поступать так, как считаешь нужным. Спасибо за понимание. Да, я распоряжусь, твои вещи перевезут. Яворский сказал Наташе приезжать к себе. Не знал, что у нее есть своя квартира. Интересно, где? Очень интересно. Да. Ну, хорошо, я удовлетворю твое любопытство. А попробуй. В ведомственном доме нашего комбината. О. Папочка на 20-летие подарил. Неожиданно. Так, а откуда такой сарказм? Вы вроде дружили с ней. Да как дружили? Мы учились вместе и тусили в одной компании. Ага. Так вы с Наташей соседи, получается? Ты, я гляжу, отличаешься умом и сообразительностью, братишка. Так, а ну цыц, малявка! А чего бы тебе не найти время и не зайти к Наташе, ну так, по-соседски? Помочь им и поговорить по душам, ей сейчас реально фигово. Ты чё, влюбился, что ли? А ты что, против, что ли? Нет, конечно. Дочка босса – хороший шанс для карьерного роста. Так ты чепухи не болтай. Но шанс хороший.
Ешь давай. Я не голодна. На ужин чего не давали запеколку. Я все съел. Хорошо. А знаешь, я дядя Игорь сегодня обещал взять в гараж. Знаю. Да, это он. Привет. Игла. Мама, мама, давай ко мне скорее дядя Игоря, и мы пойдем. Давай тогда, собирайся скорее. Давай, быстренько. Перекусишь? Спасибо, я не голоден, но чай бы выпил. Давай. Ну как там наша новая экспериментальная лаборатория? Готова к выпуску эфемерных шедевров? Типа того. Говорят, что ты там сегодня весь день провозился. Мне поставили задачу, я ее выполняю. Знаешь, мне кажется, что скоро можно будет отдельный парфюмерный комбинат открывать. Под директорскую дочь. Как считаешь? Ну что, готов? Да. Тогда пойдем. Все, пока. Пока. Здравствуй. Да, привет. Можешь? Привет, Том. Проходи. Спасибо. Богдан, добрый вечер. Извини, что в нерабочее время. Спасибо. Скажи, а можно что-нибудь выкрутить для Наташи из этого Дремальвеста? Понимаешь, когда она вышла замуж за этого проходимца, то отдала ему все свои сбережения, как она сказала, для дела. А до этого у него был приличный счет в банке. Спасибо. Ну... Вот так мы и живем с Саней. Днем он в садике, вечером со мной. Ну, и Игорь, конечно, нам очень помогает. Ясно. А Сашин папа, он что? Ну, папа? Он ничего. Исчез в неизвестном направлении в тот момент, когда узнал, что я беременна. Прости. Нет, это ерунда. Это было давно и теперь уже совсем не важно. Зато Саня очень привязался к Игорю. Они вместе делают машину. Угу. Набрали там в гараж всяких железячек и копаются теперь там вечерами. Знаешь, мне кажется, что Игорь может быть очень хорошим папой. Да, да. Очень даже может быть. А Игорь, кстати, очень изменился за 6 лет. Очень. Да уж. Куда делся тот робкий юноша, по уши в тебя влюбленный? Ладно, Наташ, я, наверное, пойду, потому что мои мужички сейчас придут, и мне надо Саню укладывать. А, да. Спасибо тебе. Ну, спасибо тебе, что зашла. Ну да, ну ничего, мы теперь с тобой снова соседи, поэтому заходи в гости. Обязательно. Пойдем, провожу тебя. Давай. Добрый день.
Доброе утро. Привет. Как дела? Все работает? Да, спасибо тебе огромное. Все работает. Доброе утро. Доброе утро. Я смотрю, у вас все готово. Спасибо, Игорь. Да, что там насчет этого нового? Сегодня утверждаем проект, с завтрашнего дня приступаем к реконструкции. Ну, надеюсь, насчет трех месяцев ты погорячился. Нет, выше головы мы точно не прыгнем. Климов, а ты можешь так, чтобы не возражать? Дмитрий Николаевич, я забочусь о комбинате. А я, по-твоему, о чем забочусь? Спасибо. Наташенька, очень нужна твоя помощь. Какая? Сейчас сюда придут телевизионщики. Нужно, чтобы вы рассказали о нашей новой линии духов. Какой линии? Какие телевизионщики? Вы о чем? Независимый канал. Да. Местные новости. Что, серьезно? Да. Подождите, я только начала. Еще неизвестно, получится ли у меня что-нибудь. Ты что, уже телевизионщиков позвал? И тебе, как обычно, даже в голову не пришло со мной посоветоваться. Наталья Дмитриевна, их никто не звал, у них есть информационный повод. День рождения нашего комбината. Да, они снимут очередную пургу о том, как я загрязняю окружающую среду. Я только что общался с журналисткой. У нее такие изысканные духи. Я также знаю продюсера телеканала. Это такая элегантная дама. Я думаю, ваша тема вдохновит их больше, чем навязшая в зубах экология. Так значит, это ваша идея. Признаюсь, я не смог придумать ничего лучше. Наталья Дмитриевна, вы одна можете нас спасти. Так я их зову. Зовите. Зовите. Я тебя люблю. Парфюмеры называют свои ароматы одеждой для души, поэтому их нужно не разбрызгивать, а надевать. Потрясающий аромат. По результатам последних опросов, только 10% потребителей пользуются парфюмерией местного производства. Но несмотря на такую удручающую статистику, руководство комбината «Синтез» решительно настроено составить конкуренцию известным мировым брендам. Татьяна Гутовенко, актуальный... Господа, для нашего комбината это серьезный имиджевый проект. Я вас всех поздравляю. Ура! Ура! За наш успех, коллеги! Даша, спасибо. И поздравляем. Хорошо говорили, Наталья Дмитриевна. А как выглядели? Вы молодец. Ну и что скажет нам наш главный инженер? Прилагаю поднять бокалы за наш комбинат, за всех его сотрудников, чья ежедневная рутинная работа позволила говорить о реальности подобных уникальных проектов. Хорошее интервью. Спасибо. Наш главный инженер, как всегда, в своем репертуаре. А что, он все правильно сказал. Тумин, новый шедевр Шанель, как Сахин. Дома. Запись, плохое чувство. Наталья Дмитриевна. Наташка, я горжусь, что я сидела с тобой за одной партой 11 лет. Ты прям телезвезда, прекрасно держалась перед камерой. Ну что, утрем нос Парижу? Спасибо, Свет. А есть идея. Тут недалеко находится прекрасный ресторан с чудесным джазом. Вы знаете, я очень устала и уже ухожу. Так рано? А я вас подвезу. Спасибо, не нужно. Всего хорошего. До свидания. Ты чего тут? Душу вдыхаю. И чем пахнет? Не знаю, осенью, наверное. Наверное. Ты сильно изменился за 6 лет. Даже, кажется, мой отец тебя побаивается. Твой отец никого не боится, а меня он просто терпит. Ради дела. Ясно. Ну ладно, я пойду.
Ты пешком? Да, хочу прогуляться. И как тебе это? Уже поздно, давай провожу. Как же праздник жизни? Да ну его. Игорь ее провожает. Ночь на дворе. А машина на что? У Яворского вон целый парк автомобилей. Не получается ничего. Аромат — это какие-то эмоции, ассоциации. А мне их сейчас просто негде взять. Какая пустота внутри. Пустота обязательно заполнится. Это закон физики. Просто должно пройти определенное время. Мне так раньше все легко получалось. Я ароматы составляла по любому поводу. Ну, просто аромат детства, аромат радости, аромат поздней весны, когда уже лето вот-вот. Любое впечатление просто преобразовывалось в запах, упаковывалось во флакончик, потом вдохнешь и как будто переносишься туда, а сейчас ничего не работает. Странно. У меня работает вполне. У тебя? Ну, вот чем пахнет? Старым ржавым автомобилем? Да, это запах моего детства. У нас в детдоме своя мастерская была. Я там пропадал часами, даже хотел переехать туда. Кстати, мы сейчас с Санькой, Тамариным сыном, свой автомобиль собираем у меня в гараже. Пацан очень сильно меня в детстве напоминает. Да. Кажется, у тебя в подъезде лампочка перегорела. Давай до квартиры провожу. Спасибо. Да, ни на одном этаже нет света. Ну, дальше я сама дойду. Спасибо. Доброй ночи. Доброй ночи. Ой. Что случилось? Не знаю, свет погас. Так надо автомат проверить. Спасибо огромное. Напряжение скакнуло, а протектор неисправный, надо поменять. Завтра электрика вызову. Зачем? Я завтра сам поменяю. Дело-то на 2 минуты. Извини, я сейчас сам все соберу. Ничего страшного. Это просто Лешины вещи из офиса. Никак не заставлю себя их разобрать. Что это за фотографии? Никогда их раньше не видела. Кто эти люди? Это же Леша маленький. Почему я этого раньше не видела? А это что за ребенок? Понятия не имею. Что-то не так? Это какая-то ошибка. Для газеты «Педагогический вестник», поселок Ивановка, школа номер 8, заслуженный учитель Анна Андреевна Емельянова, ее сын Алексей Емельянов, победитель районной олимпиады 28.09.98 года. Алексей Емельянов?
Никополов, он не Емельянов. И что это за Ивановка? Что за мама? Леша детдомовский, он никогда своих родителей не знал. Да уж, странно. Да нет, это просто мистика какая-то. Получается, мы с ним прожили вместе 6 лет, а я далеко не все о нем знала. Наташ. Почему на фотографии у Леши другая фамилия? Что это за мама? Он что, меня обманывал? Мне надо как-то во всем этом разобраться. До Ивановки чуть больше 100 километров. Можем завтра с утра и проехать. Я только на завод отдам пару распоряжений. Мы. Игорь, я не хочу тебя впутывать в свои проблемы. И как ты сама доберешься? На рейсовом автобусе? Мы сядем в автомобиль и за полдня обернемся. Спасибо. Привет. Привет. Как ты? Да ничего, нормально. Сашка спит. Зайдешь? Том, давай не сегодня. Устал, с ног валюсь. Жаль. Доброе утро. Доброе. Это вам. Это в честь чего? В честь нашей первой маленькой победы. По вчерашнему сюжету в новостях у нас десятки звонков. Серьезные люди интересуются. Спасибо. И что мне теперь с этим делать? Поставьте-ка их в воду. Я про серьезных людей. Вы не волнуйтесь. Обычно организационные вопросы на этом кабинете решаю я. И в этот раз будет так же, а вам остается только творить. Хорошо. Попробую. Доброе утро. Доброе. Я вижу, ты занята, я попозже зайду. Нет, я уже освободилась. Да? Мы ведь закончили? Разумеется. Ты готова? Да. Я думаю, мы можем ехать. До обеда, я думаю, вернемся. Угу. Хорошо. Алло. Слушай, я только что видела, как твой Климов уезжал куда-то с Наташей. Может, новую линию продвигать? Свет, тебе что, там заняться нечем? Да я в окно только что видела. Лично мне некогда в окна глазеть. Давай, пока. Да, Тамар. Да, уехал по делам. Да, неожиданно возникли. Пока. Мы в последнее время так редко виделись с Лешей.
И вот результат. Сплошные вопросы, ни одного ответа. Два взрослых, самодостаточных человека. У каждого своя работа, свои проблемы. Нормально? Да нет, это ненормально. Семья — это одна жизнь на двоих, а не клубок тайн друг от друга. Да, ты права. В тот день он был чем-то обеспокоен. Я должна была поговорить с ним, а я затеяла ссору. Он ушел из дома нервный, раздражительный, вот и... Тебе не в чем себя винить. Так просто сложились обстоятельства. Да. Это Анна Андреевна. Наш учитель химии и биологии. Со своим сыном Алексеем. Простите, я не очень поняла, а зачем вам это нужно? Мы с коллегой готовим большой материал ко дню учителя. Наша тема – как учителя воспитывают собственных детей. Это вопрос, конечно, очень интересный. Знаете, а вот на собственных детей у нас времени, в общем-то, и не остается. Вот и Емельянов был очень непростой мальчик. Хлопот с ним у школы было, ого, немало. Но, поверьте, Анна Андреевна была очень хорошим учителем. Ее действительно ценили в Горано, и ученики очень любили. А почему была? Ну, так она умерла. Наверное, уже года три, нет, 4 года назад. Инфаркт. А вот сына на похоронах не было. А он вообще здесь появлялся? Да. Я недавно встретила его на улице.